Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. И мы вновь с вами у Сани в гараже. Жаль, конечно, что так поздно. Не знаю, до скольки мы проковыряемся. Но сразу сделаю рекламу композиту. Смотрите, как они офигенно качественно делают гусеницы. Даже весь корт вон наружу видно, все нитки торчат. Это, конечно, блин, за такие деньги. Между окнами тоже, тут как будто вообще каким-то ножом вырубали. Короче, качество у композита, блин, на высоте. Ну и это... Окна отличаются тоже от моей родной гусеницы. Тут, получается, на каждом окне стоит металлическая скрепка. У меня там они стояли через одну. И получается, был еще по шипу вынос металла через каждое. А нет, здесь тоже есть вынос. Сразу не заметил, ага, есть вынос этот. Хоть что-то сделали. Ну, блин, вот это, конечно, это все надо проплавлять. Никакого качества я тут не вижу. Грунтозацеп 38-й. Гусянка жесткая. Офигеть, прямо как. Помучаемся мы, короче, с Саней. Саня сейчас маленько по делам отъехал в магазин. Что-то у него там со смесителем. Смеситель еще ремонтировать надо. А я сейчас все прикину пока. Может, даже что-то попытаюсь. Не думаю, что у меня у одного что-то получится. Тяжеловатая она. Не смогу я один вал, наверное, воткнуть. Ну, попробую, короче, сейчас. Попробую. Ну, за доставку самолетом гусянки у меня вышло больше 11 тысяч. Заплатили мы за доставку ее. Ну, выхода вообще никакого не было просто. Так, вроде все правильно положил. Шип у нас вот так пойдет. Сейчас я туда задвину. Может, что-то попытаюсь. Но думаю, все-таки придется Саню ждать. Так, настрою, прикину сейчас. Сначала все это дело. Жалко, конечно, снегоход так ненадежненько у меня стоит. Висит та веревочка вообще детская, которую я привязал. Так бы его повыше бы подвешать. Но у Сани такой потолок, что крючок нигде не сделаешь, не в чего просто прицепиться. Там все тонко, жидко. Фух. Придется как-то так мучиться. Нам сегодня до победного надо ее поставить. Саня, потому что завтра на работе. Сегодня надо ее туда воткнуть. С матами. Шансовый инструмент. Вот так, вот такими инструментами ремонтируется импортная техника. Кувалда, кусок трубы. Спецключей у нас нет. Откручивали гайки такими ключами. Спецгайки. Так, ладно. Наверное, я сейчас все-таки попробую помучиться. Блин, жалко, конечно, да, что он так низковато у меня стоит. Может, попытаться еще задрать. Чем выше стоит, тем громче падать будет. Тоже, блин. Тихо. Тоже не ахти. Так вот. Больше не задеру. Это подтянуть надо. На всякий случай. Гвоздь, конечно, не выдержит, но для собственного спокойствия. Хоть маленько что-то. Ну, в первую очередь мне ее надо сюда повешать, на вот эту вот хренотень с коробки, которая торчит. Знаю, как мы тут вдвоем вообще влазить будем. Все, до того
Неудобно. Можно начинать уже материться. Фигней я этой с гусеницей занимаюсь впервые, конечно. На коте, на буране это было не раз и не два. Блин, спина у меня тут сегодня хрюкнет, я думаю. Фу, как это направить-то все дело? Ладно, буду решать, короче. Ну, вкорячить не удалось ее туда. Повешать на коробку. Уже при помощи какой-то матери. Так, ну а дальше теперь надо вал втыкать. Сейчас я ее здесь попробую каким-нибудь поленом приподниму, чтобы у меня там был зазор для рук залезть. Одному вообще не с руки это дело делать. В принципе, отсюда можно попробовать. Короче, сейчас еще раз что-то попытаюсь. Блин, но там надо приподнимать. Нет у меня уверенности, что я сейчас воткну вал. Надо, чтобы кто-то с той стороны поднимал. А этого кого-то пока нет. Да. Там еще на валу резинка. Повредить ее не хочется. Так, так, так. Сейчас я все-таки ставлю полено. Попробую. Может, удобнее будет. Чем я тоже не уверен. Уже палец нафиг захерачил, но это ладно. Издержки. Издержки. Так. Хотя бы что-то вот так сделать. Там ее все равно поднимать надо. Иначе мне зубья просто не дадут ее так вставить. Надо поднимать. Вот, друзья, с валом покончили. Саня зашел, маленько приподнял, и все встало. Все собираю. Тут этот узел, все тут соберу, пока он там занимается сантехникой. Все приготовлю. Ну, а потом будет самое веселое. Вкорячивать подвеску. Самая, блин, задница в этом деле получается. В остальном все вроде довольно просто. Ну все, друзья. Всю основную работу сделали. Саня пошел ужинать. Я на своем жиру могу сутки не питаться. Все, сейчас, короче, домкрачу его сзади. Натягиваю, регулирую гусеницу. Натягиваю пружины. Ну и все готово. Поматерились, конечно. Пришел дядя Сережа, помог маленько. Короче, все, втроем управились мы. Сейчас только регулировка осталась. Потом собрать пластик весь на место, морду и все дела. И дело сделано. Кот будет на ходу. Все, начинай. Тест-драйв гусянки. Ходовка оттаяла, вся скрипит. Сейчас снежком смажется. Вот она пылит, эта гусеница. Метелище у нас сумасшедшее опять. Метет, не переставая, сегодня весь день. Ну и дождь в середине дня шел. Идет.
теперь такой, блядь, кидает шлейф такой же. Вообще, ну бешеный. Ты поехал, прям летит фонтан. Ну, скрипит все точно слышно. Со стороны? Да. Так видишь.